Ага. Давай. Дальше. Экзотик, вот. Пластиковый экзотик. Кстати, вот хотел все спросить. Пластиковый, потому что это экзотик эконом-класса? Или у него реальные свои преимущества перед вот этим экзотиком? Она легкая. Кто же это плюс? Что она легкая, прям очень легенькая. Кто-то мне из наших дилеров, из ребят говорил, что на объекте у них мастер три штуки сломал. Не знаю, что он делал, конечно. Ну, у меня он, пока еще колбасу ни одной не резал. Ломалось, но... Да. То есть они не такие крепкие, как металлические. Uh-huh. Ну, поэтому они, наверное, розовые для девочек. Чтобы у них силы нет, чтобы... Ну, вот что ломать. Розовый цвет, конечно. Они более деликатно работают. Ну, редко, кстати, кто-то заостряет внимание на розовом цвете. Да. В принципе, мало кого это, видимо, парит. Значит так, теперь вот этот. Смотрите, у нас пришла новая кельма Тату.